Как я вижу теперь перед собой, сегодня мы опять жарим лисички. Замечательные грибы лисички. Замечательный русский гриб лисичка. Во-первых, она прекрасна внешне. Посмотрите, какая рыженькая шляпка. Какой пушистый хвостик. Во-вторых, она прекрасна не только внешне, но и внутренне. Практически никогда не бывает червивой. И в-третьих, это гриб очень дружный. Они живут большой дружной семьей. Если вы встретили в лесу такую рыжую лисичку, обязательно посмотрите вокруг. И рядом обязательно вы найдете ее лисичкиных сестричек. Так, и жарить ее тоже очень просто. Положите на сковородку, полейте маслом и жарьте на готовность. Лучше всего, конечно, предварительно пожарить лучок, добавить его потом. И обязательно сварить в котелке картошечку. Порезать ее на мелкие кусочки и добавьте потом. Объедение. К нашим лисичкам-сестричкам желательно добавить лучок и картошечку. Прежде чем начинать их жарить, это все должно быть уже готово. Ну, мы, как всегда, по-русски. Мы добавим туда лисичек. Да. Добавим туда картошечки. Картошечку мы заранее отварили. Картошечка у нас молодая, мундири, мы ее порежем. Будет очень замечательно. Мы пожарили лук и высыпаем туда наши лисички. Нельзя терять ни одной лисички. Это очень ценный продукт. Ну и картошку тогда неси тогда, что ну ладно, сразу картошку тогда добавим туда и все. О, красиво, красиво получается, между прочим. Красиво. Красиво получается. Ну ее резать надо будет сразу. Она же не резаная, надо придется резать. А ты можешь порезать. Она немножко резаная, кстати, кидать. А, вот так уже резать. Без воды. Не, ну не, лучше резать ее. А, она горячая, я понял. Я сам порублю, давай. Ну, давай. Шумовкой там. Ну что ж, да. Жарко в лисичьих походных условиях. Она всегда же, как в боевых условиях, правильно? Да, вот на весу все. В боевых, да. Ну, лисички видны, что они рыженькие, они видны. Они видны нормально. И... Но рубить надо ножом все-таки, а не этим самым, не лопатой. Не, а рубить сильно не надо, потому что, ну, как бы, зачем же делать кашу? Воду не лень. Ну, надо, картошку надо, нет. Но ты же эту пластмассовой лопаткой рубить нельзя. Ножом, только ножом. Давай нож тебе большой дам. Давай. Давай нож дам большой. Ножом куда круче будет. Так, то есть это чисто режиссерский? Затей круче. Так, вам обоим ножи. Смотрите, ребят, обоим. Давай, Володя. Мы рубим. Володя, тебе вот те подлиннее, а те покороче. Давайте. И оба начинайте картошку резать ее. На части. Ну там, давай, ты снимай. Я-то и снимаю, там все идет, съемка идет. Я не выключаю, нет. И, давайте режьте картошку на части на месте. И перемешайте потом ее. Да, готово. Начинаю картошку. Начинаю надо резать. Порезать, да. Да. Порезать ее, да. Вот так, да. Вот так, да. Пошла, да, да. Да. Рубить картошку. Да. Вот так. И потом перемешать после этого. А после этого перемешаем. И все, и да, и великолепные, да. И получается жареные лисички с картошкой, с луком. Еще мельче. Саша. Давайте, мельче. Надо, Игорек, надо помельче, давай. Ну а что, я думаю, что у нас ужин удался вообще. Или удался, как правильно сказать, удался. Удался. Я бы сказал, удался.